Всем привет! Сегодня мы находимся на острове Пхукет. Отправимся к большому Будде. Прямо через настоящий лес. Только это не наш лес, а джунгли. Сейчас посмотрим, что там есть. Итак, мы находимся на улице Потак Сой 12. Возле, наверное, отеля Гольфхаус. Поднимаемся по жуткой горе. Тропе через джунгли. Здесь уже, правда, очень душно, но мы сможем. Пока мы поднимаемся по этой жуткой тяжелой тропе, хочу сказать вам, что здесь, ну как говорят, есть комары, которые переносят лихорадку денге. Поэтому покупаем местный репеллент от комаров. Сейчас мы увидим настоящий джунгли лес. Итак, ребята, чтобы подняться на гору, сил своих не хватает, мы пьем энергетик. Таиланд – родина Редбула. Все мы об этом знаем, и здесь очень много энергетиков, и они достаточно дешевые, у нас будет дороже. Вот такой, к примеру, на наши деньги стоит где-то примерно 35 рублей, ну, около того. Сейчас мы попробуем. О, ну, пахнет как Редбул. Да еще и вкусно. Он меня стреляет! Ну что, ребята, мы уже дошли к настоящей тропе. Здесь настоящий лес из джунглей. Пойдемте посмотрим. Примерно идти по ней километра полтора. Кажется, нам будет нелегко, но мы проедем. Здесь как раз уже мы сейчас побрызгаемся репеллентом от комаров. Здесь можно оставить свой байк, если вы на нем приехали. Но лучше ходить пешком, это полезно. Пойдемте. Тропа через джунгли выглядит примерно вот так вот. Очень впечатляет. Мы прошли буквально метров 100 и уже устали. Все мокрые. Фух. Но это не потому, что мы дохлые, а потому что душно. Смотрите, какие виды открываются с горы на пляж Корон. А еще по пути нам встретились вот такие замечательные качели в джунглях. Наш путь очень тяжелый, но что не сделаешь ради ролика. Вдоль тропы натянут канат. Если вам будет очень трудно, он вам поможет. Очень трудная тропа. На мне сейчас целебный листочек, который освежает и снимает усталость. Сейчас вы увидите, как он меня исцелит. У-у-у!
Обязательно берите с собой воду, потому что может произойти обезвоживание. И будет очень сложно добраться. Я уже вся мокрая. Ну что же, я из джунглей выбралась. Оказывается, здесь уже не в джунглях, не очень-то и жарко. Все хорошо со мной, дошла. Наверху горы не так жарко, даже, я бы сказала, очень комфортно. И мы направляемся путешествовать дальше. Путешествуйте, ведь это того стоит. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк и ждите новых приключений.